здорово, с вами я, и сегодня у нас это слив сборочки, потому что я ее стал держать на компе у себя, потому что я ее держу уже 100 лет у себя. Значит, давайте сразу показывать буду таймсут. Сейчас iBox, кстати, есть там 1024 на 1024 пикси, можно, в принципе, сжать, если он будет это, сильно выжирать оперативку или что-то там еще. Короче, что еще? Еще есть вторая версия для слабых ПК, ну, типа такого, знаете, там сжатые немного текстуры. Сейчас, это Tizer 1, 2, 3, 4, 5. Так, 6 это был, 7, это 5 погода, так, 8, 9, 10, 11. Короче, в этом таймсуте много чего прикольного есть. То есть это я делал таймсус, он такой нормально бодренький. Здесь много веселых погод, кстати, солнце есть. Погода, кстати, реально очень прикольная, вот этот Skybox особенно хорошо всматривается. Так, давайте по скриптам будем идти, короче, сейчас. Значит, какие скрипты у нас есть здесь? Это первое, это сбив на R, то есть его, конечно, запретили уже вроде на Evolve, типа, лучше не юзать, но не юзать на свой страх и риск. Короче, сам плюс-плюс, это обновленная версия, там много чего интересного, то есть пикапы, клирчат, и, кстати, так, драфт-дист, это, то есть, типа... Драфтист 101. Так, значит, LD, это лода. Что это такое? Короче, такая прорисовка. Он текстуры прорисовывается. То есть, вот, 50 поставлю, он становится мыльные дома там вдалеке. Вот, 20 поставлю, все, вот это мыльцо. Короче, ставим 101, там, 150. Значит, прорисовка сама. Это DD, это 250. Это такая тоже здоровая вещь. Можно 600 поставить будет. Видно вот там эти здания. Ну, кому они нужны, в принципе, мы все в гетто находимся. Зачем это нам надо? И FD это туман. Туман это самая прикольная вещь, которая даже поможет любому говняшному таймсуту сделать GTA красивее. То есть вот такой как туманчик такой нормальный, красивый. Значит, худ. Короче, что это за фигня? Это худ-конструктор, типа... Вот такая вещь. Тут можно делать свой худ, то есть... Edit Default Hood, то есть Wanted, это можно просто сейчас Custom Position, просто взять и просто потащить куда угодно, так, ладно, Default Position, радар его тоже можно, вот, скагалку нажать, просто вот сюда поставить, куда угодно, не знаю, его можно просто растянуть, не, ну, там, 150-120, сейчас, use радар, его можно растянуть, не знаю, повесить куда-то вот так вот и просто так бегать. Короче, это очень полезный скрипт. Какие тут худы есть? Тут вот такие худы есть. Это не мои, это просто уже были вшиты. То есть, может кому-то понравится с этим играть, но вот здесь вот такие вот худы есть. То есть, Green Red, это типа как под вот этот, сейчас, Time 12, это то есть как, типа цвет денег и нижняя Time Suits, и верхний цвет HP, это типа верх неба. Серый Red, это сейчас Set Wizard 4, вот как раз вот, вот эта вот фигня. Так, худ, так, green blue, это, и это, кстати, вроде, set wizard. Дальше, один lua скрипт есть, короче, пишем shoft, show, ты did, тут специально такая вещь, и у нас появляются айдишники textdraw, короче, мы пишем deleted, так, сейчас, и пишем вот там 202.091.420. Короче, можно так просто убрать, ну, это, логотип сервера, то есть. Ну вот и все, мы убрали худ, так, сейчас шов тид. Все, мы убрали логотип сервера. Это прикольно. Вот этот револьвер, я не знаю, чей он. Давайте как раз я сходу генерал покажу. Так. Второй. И включаем первый генерал. Игл. Ой, вернее, второй. Короче, это мой. Я, короче, всякой херни сюда накрутил. Каких-то текстов, каких-то этих... Короче, дрейнерских вещей. Вот такой вот генерал. Это вот такой вот дигл. Он более удлиненный такой. Какая-то текстурка на нем крутая. Так, вот такой вот басистый крутой звук дигла, прям рвет по ушам, я его сам сделал специально, это приваточка полная, в открытом доступе скачал мод на Left 4 Dead, на пушки какие-то и всякая FF, и текстуры, они тут разные совсем. Так, у меня со психикой проблемы, я просто чернуху всякую могу накидать в TXD архив, вы просто обосретесь, когда откроете TXD архивчик. Помню, так, чей это дигл, это какой-то
Короче, я не помню, откуда я его взял, вроде из этого паблика гангстера или кого, я не помню. Короче. Вот такой вот офигенный дигл. Он сжатый специально, так давно. Вот. Вот такой вот фрейм, то есть, или как это называется, не помню. Короче, вот это вот фигня. Или слайд, я не помню уже, как называется это в TXD-архиве. Короче, вот такой вот дигл. Еще один дигл. Вот такой он, как, не знаю, как иконочку назвать. Так. Так, вот такой вот диглак, все нормально. Так, вот еще один вот такой вот пушечный дигл, с какой-то такой вот хороший дигл. Был этого мастрика, то есть он другой, тут вот такая вот дырка, вот тут такие дырочки есть, то есть он другой совсем. Так вот, еще один дигл, тоже мастрика, такой он немного сжатый, но это он сам сжатый. Я не знаю, с какого-то паблика скачал приколясный какой-то Hello Kitty, тоже дрейнерский, тупо дрейнеры, да. Да я не знаю, какой дигл, он такой маленький какой-то дигл, просто смешной. А, ну вроде бы этот дигл, не помню, колда или как его там зовут, пол. Это дигл тоже какой из какого-то чела крутого, такой большой, кстати, дигл, очень в руке, прям в руке сильно сидит. У меня мышка, кстати, не работает. Уже вот такой вот крутой дигл, какой-то, не знаю, что-то ПХС или типа, как назвать это. Какие-то прикольные вещи, короче, нормально он в руке сидит. Вот такой вот дигл, тоже, кстати, такой более длинный, вот там какая-то дырень, какие-то точки, короче. Вот такой вот шумной дигл, или как его назвать, короче, тоже прикольно. Это какой-то пистолетик, я не знаю, из какого-то Валоранта. Я не знаю, честно, откуда, я просто из какого-то и зачем. Короче, вот такой вот еще дигл, просто жирный, такой здоровый, как моя жопа. Но это время нормально. Так, вот такой вот дигл, очень, кстати, прикольный, реально, мне он жестко понравился. Вот это вот текстурки, вот эти всякие обводочки, как в каких-то скинах там, в CSGO. Короче, тоже вот такой вот дигл с какой-то фигней, короче, крутой, красивый, прям, ну, нормально выглядит. Это мой Hello Kitty, всем здорово, какая-то белая фигня, я не знаю, я нормально все делал, но что-то не получилось, но вроде в руке нормально сидит, то есть можно пойти вот так вот и разносить на ОГ. Оп, как, короче, вот. Вот такой вот дигл, удлиненный, все нормально, все четко, все красиво.
Okay, my soul will be crushing.